Это улица Ивана Мазепы в районе площади Победы, в районе круга с танком. Здесь ремонт идет. Расширяют проезжую часть, что ли? Непонятно. Дентарт, пятиэтажные хрущевки бетонные. Интересно, какой это номер? Там четная сторона 48 номер, а здесь сзади был 41. Наверное, это 43-й, я так думаю. Да, 43-й номер. Сейчас зайдем во двор. Посмотрим, что тут есть во дворе интересного. Это специально для зрительницы из Казахстана. Если это именно тот номер, 43-й спрашивала, может быть, ей пригодится эта информация. Ой, пойдем сейчас посмотрим. 42-й двор возле дома под номером 43. Там какой-то продуктовый магазин. Напротив еще одна пятиэтажка. Там какое-то более новое здание и высокое. Этажей 9, может быть, даже больше. Ну что, во дворе машины. Какая-то небольшая детская площадка. А это вообще непонятно, что такое. Ступеньки. Сцена, что ли. Тут забетонированная площадка. Может быть, это действительно для каких-то собраний. Каждый выходит со стульчиком и что-то слушает. А это какой-то вольер. Ну, кто может объяснить, что это такое? Я не догадываюсь. Ну, эти игровые, в общем-то, такие себе старой модели. Тут дерево когда-то было. Скажите, пожалуйста, можно вопрос вам задать? А это улица Хёрса 43 всегда была, да? Вот это 43. Угу. А какой вам надо? Да просила, ну это YouTube канал. Просила женщина с Казахстана снять номер 43 по улице Хёрса. Она сейчас стоит в Анамазепе. Да что снять? Дом номер 43 по улице Хёрса. Я понял, весь 43. Ну вот я же его и снимаю. Сейчас это Ивана Мазепы называется, да. Улица, да? Она говорит, что здесь проводила все время каникулы детские, к родственникам, то ли к дяде, то ли к тете приезжала. И очень просила, прям просила, чтобы снял ей этот двор и разместил в Ютубе, чтобы она посмотрела. Говорит, что все детство здесь провела. Ну, в общем увидел. Хорошо, спасибо. Так что-то вы не нашли или не... Нет, я ничего не ищу. Я нашел двор. Я нашел дом.
Я вот ей сниму, пусть она посмотрит на этот дом, где она проводила детские каникулы. Это давным-давно, видимо, было. У нее ностальгия, я так понял. Вот ей интересно посмотреть на этот дом, на этот двор. Говорила, куда-то они там в парк бегали. Где тут парк есть поблизости? Парк? Ну нет, вроде бы, да? Тут парк. Так это ехать надо. Это... Ну да, ну я тоже так. Да. Я подумал. А, ну это да, да, я понял, да. Через дорогу там монастырь. Ну это я знаю, да. Ну, в общем, я исполнил свой долг, я и снял этот дворик. Как стоял, так и стоит. Да, я так и передам. Но она услышит, я звук записываю. Хорошо, спасибо вам, удачи. Только непонятно, что вот это за площадка с загородкой, для чего она? Это давно эта площадка. Это детская площадка, потому что в том подъезде частный садик. Угу. Деток выводят сюда на прыгун. Ага, понятно. Бывает утром, когда тепло, то есть 10 часов утра до 12. Угу. А сейчас холодно, так уже меньше. Нет, ну я понимаю, качели там, горка, а вот площадка это бетонная с оградой, с забором. Непонятно ее назначение. Тут когда-то была сцена. Ну да, вот я так и понял, да. Тут часто собрания были, концерты угу. были. Да. Угу. Меня мама, царство небесное, она все время сидела на скамейке, любила читать газеты. Бабки не это, да, она им читала газеты. Угу. Только не знала, кто такой Рейган. Она не могла объяснить, кто это. Да, понятно. Ну хорошо, спасибо вам, удачи. Сейчас еще сниму и фасад, чтобы она посмотрела. А вы не Черниговский? Нет, я из Киева. Ага. Ну, у меня свой YouTube-канал, я периодически Чернигов снимаю для YouTube. Она вот посмотрела эти ролики, попросила снять именно этот двор, потому что тут детство тут проводила, пусть смотрит. Хорошо, спасибо. Так, еще раз посмотрим на дом. Там в Казахстане, чтобы увидели. Дом бетонный, из блоков бетонных. Ну, вот такой вот дворик уютный, но не очень ухоженный он, конечно. Хотя жители, местные жители тут вот и цветочки садят. Какие-то, ну, так, как умеют. Ну, хорошо, хоть так. Ну, в общем... Улица Щерса бывшая, сейчас улица Ивана Мазепы, номер 43. Вот специально для Казахстана. Я думаю, что вот этого дома во дворе не было в те далекие годы. Вот я пообщался с местной жительницей. Тут звук был записан, снимать я не спрашивал разрешения, не снимал, поэтому... Пока все. Удачи.